Здравствуйте, с вами Вячеслав Гатальский. И сегодня я вам расскажу о погоде на пятницу, 23 марта. Генеральный спонсор метеовыпуска – сеть магазинов «Континент». В сети магазинов «Континент» вас ждут небывалые скидки на продукцию российских производителей. Самые вкусные цены сегодня на товары из Белгорода. Почки свиные всего 81 рубль за килограмм. Легкое говяжье – 99 рублей за кило. А ребрышки свиные – 126 рублей за килограмм. Удивят покупателей и цены на липецкую продукцию. Набор для шашлыка всего 96 рублей за кило, а корочка свежемороженая – 103 рубля за килограмм. По самым удивительным ценам сегодня в сети магазинов «Континент» мурманская сайда свежемороженая – 153 рубля за килограмм и дальневосточный голец – 269 рублей за кило. Магазин «Континент» – только качественная продукция. В пятницу, 23 марта, в Кодосе будет облачно, ожидается снег. Температура воздуха до минус 9 градусов, ветер северный от 2 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. На этом у меня все. Жду вашей поддержки на финале конкурса «Мистер Котлас» 13 апреля. Увидимся на телеканале Котлас ТВ.